Точность выполненных заданий проверяли 260 датчиков, а колебаний вызывались из 50 точек планера. В Ульяновской области завершился очередной этап испытаний нового самолета-топливозаправщика. Наземные частотные испытания Ил-78М-90А успешно проведены на Ульяновском авиазаводе. По словам первого заместителя генерального директора авиационного комплекса имени Ильюшина Павла Черенкова, результаты этих проверок станут базой для анализа возможных отклонений от норм эксплуатации в течение всего срока службы новой крылатой машины. Специалисты уверены, что этот конвертируемый самолет будет крайне востребован как в России, так и за рубежом. К слову, возможности крылатого топливозаправщика позволяют производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. В настоящее время воздушное судно находится на летно-испытательной станции для проведения доработок и последующих этапов летных испытаний.